А победителем прошлого ролика становится вот этот вот челик. Он получает 32 рубчанских. Отпиши мне ВКонтакте со всеми доказательствами, и ты заберешь свой приз. Ну а что, принять участие в следующем ролике, тебе нужно поставить лайк, подписаться на канал, оставить один положительный комментарий. С помощью лайков мы разыграем бабочки. Допустим, если набирать 40 лайков, разыграю 40 рублей, 50 лайков, 50 рублей и так далее. С помощью комментариев мы выбираем рандомного человека, который заберет весь приз. В общем-то, участвуйте, выигрывайте и побеждайте. Ну а мы переходим к ролику. Погнали! Ролик топовый! Сразу извиняюсь за шуршание, были определенные неполадки с микрофоном, но я их сейчас устранил вроде как, да, поэтому приятного просмотра, ролик получился не менее топовый, хоть и с микрофоном были какие-то проблемы. Я сейчас пытался максимально восстановить звук, у меня что-то с этим вышло, вот, поэтому, ну, шуршание все равно есть, а так он еще и был тихий, но я максимально попытался восстановить этот звук. Приятного просмотра. Короче, 200 рублей по фанчику за депл на инвуте. Сейчас попробуем с вами что-нибудь да сделать на этом гребаном сайте. Кажется, да? Ну-ка, 111. Уф! Только хотел поменять процент, но все-таки хорошо, что не поменял. Сольёт. Что нахуй? Да уж, инвути. Хотя я такого, конечно, не ожидал, но ладно. Я как понял, на инвути лучше сейчас не играть вообще. Окей, давайте. Надо поднять с 500 рублей 2 косаря, ебать, чтобы вернуть просто. Ну окей, попробуем. Да. Попробуем вот так вот. Плей, залети по-братски. Отлично, 1200, 1200. Фу, хорошо. Хорошо. Неплохо. Так, косарь есть. Косарь есть. Косарь 300 есть. Бля, сейчас фастиком поднимем. Короче, 2 кэсика и все нахуй. И вот. И вывод. И вывод. Так, ладно, нахуй. У нас есть ниндзя, у нас есть турборежим. Давайте попробуем 1000x. Нет, 10000x. Турбо. 10000x. По рублю. Это 1000 рублей, ебать. Нет. 0. 0.10. Вот так вот. И попробуем, ебать. Если залетит, будет пиздата. Ну тут сразу как бы покажет, залетело или нет. Нет, не залетело. Еще раз. Не залетело. Еще раз. Последний раз пробуем. 3000 попытки и 0 раз залетело. Давайте попробуем вот таким вот образом. О, залетело! Нихуя себе! А что залетело? Залетело в натуре? Сука, а чё мне не обновилось-то? Блять. Как это просто? Вот, блядь, залетело, а я даже и не заметил. Вот это сколько выпало? 39 тысяч икс. Ну, в принципе, если бы 30 тысяч икс поставил... Короче, 10 тысяч икс мы словили. Это хорошо, но... Как бы... А, просто, блядь, я хотел 2 косаря вывести. Поставил нечаянно 350 рублей. На x2. А выпало x3. А я хотел вывести 2 косаря. Что мы теперь имеем? То, что, блядь, нихуя мы ничего не имеем. И то, что, блядь, мы сейчас можем все въебать, и это будет очень обидно. Пожалуйста, выпади. Прошу. Отлично! 2200. Все, нахуй. Все, я даже не хочу особенно играть. Ну, 100 рублей так поставим.
так вот 100 рублей поставим. От камбэка, или так скажем. Ладно, еще 50 поставим. Сейчас по полтиннику будем до первого слива. А вот он и первый слив. 2300, пацаны. Подписываемся на канал. Подняли мы с вами 2300 на PlayTube. Словили 10 тысяч икс. В принципе, быстро, блядь. Когда инвути, сука, слила у нас, забрала... Сколько тут забрала? Сколько у нас инвути забрала? Ебало, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. 200 плюс 400. 200, 600. 600. 900. 1300 получается. 1400. С последних 500 мы от камбэкали, и то это было на PlayTube. Это хорошо. Это хорошо. Все, пацаны, подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. С вами был Василько. Еще увидимся. Всем удачи, всем адьос. Хороший ролик получился. Всем пока.